Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, мы продолжаем проходить Робокопа. Так, отправиться на баскетбольную площадку. Поехали. Кто тут? Меловой контур остался на месте преступления. Добрый вечер, граждане. Мне нужно... Что тебе нужно? Запчасти прикупить? Дальше по улице есть автомастерская. Неподобающее поведение для спортсмена. Все мы должны играть по правилам. Такое неспортивное поведение порочит репутацию всех спортсменов. Так-то, придурок. Это технический фол. Я не знал, что он такой ранимый. Так что вам нужно? Мы ищем ребенка, зовут Дэниел. Он тут играл какое-то время назад. А что, ему пора ложиться спать? Именно. Да, я видел тут пару пацанов, они рисовали мелками, которые нашли около места преступления. Спасибо за информацию. Поздравляю, ребятки, вы теперь полицейские информаторы. Есть в этом деле своя выгода, вам понравится. Вон пара рисунков. Так, а почему так сильно изменилась мышь? Очень-очень сильно. С чего вдруг? Так, ну-ка. А? Почему такая мышь медленная? Они еще свежие. Тут их больше. Похоже, игру придется перезагрузить. Но только... Дэниел! Ты где, парень? После сохранения. Потому что, ну, что с мышкой-то? Сканируем. След от подошвы, 40-й размер. Должно быть его. Улик или следов нет. Может, там посмотрим? Нет, заперто. Внутрь они зайти не могли. Куски мела, цвет совпадает. Они бросили мелки. Значит, нашли что-то поинтереснее. Какого хрена? Это где-то рядом. Скорее. Давай, ну же, прикончи его. Чё встал? Надери ему задницу, он же над тобой ржет. Какого черта тут происходит? Эй, Дэниел! Черт, копы! Я в тюрьму из-за этого дерьма не собираюсь! Это пушка? Ну ты влип, приятель. Нет, это не мое. Ой.
Ты чего устроил? Радуйся, что моего жестяного друга сердце изметал, иначе в нем бы уже была здоровенная дырка. Мне очень жаль, сэр. Жаль тебе будет, когда об этом узнает твой отец. Мой отец пропал без вести. Что он мне скажет? Мама говорит, он на задании, но я все знаю, он не вернется. С чего ты это взял? Да потому что он никогда не отступал от правил. Наверняка, поэтому и пропал. Копам же нельзя стрелять без предупреждения. Видимо, кто-то этим воспользовался. Но со мной такого не произойдет. Я буду стрелять первым. Так мои друзья говорят. Твои друзья придурки, и ты тоже, раз их слушаешь. Давай-ка присядь, поговорим. Эти твои друзья, они ищут легкий путь, но по этой дорожке лучше не идти. Там, куда она ведет, нет ничего, кроме тьмы и одиночества. Знаешь, почему для твоего отца так важно соблюдать правила? Потому что он лох? Потому что это справедливо и честно, делать то, что правильно. Не всегда просто. Для этого нужно быть сильным. И вы считаете, что у папы силы достаточно? Шутишь, его силы на нас двоих хватит. Он даже как-то помог одному неблагодарному наркоману. Нашел в одном из этих зданий парня, который вонял хуже помойки, полумертвого, в луже собственной рвоты. Твой отец мог его бросить, но вместо этого пустил в собственный дом, потому что так правильно. Вот настоящая сила. Как думаешь, кому сейчас тоже нужна поддержка, как тому парню? Маме. Ну вот, видишь, ты уже знаешь, что делать. Можешь начать вот с чего. Отдай ей, она их ищет. Он меня арестует? Нет, это твое первое нарушение. Он просто отпустит тебя с предупреждением, так ведь? Так. Уже поздно, мы отведем тебя домой. Вы расскажете маме про пистолет? Нет, я ей и так не слишком нравлюсь. Спасибо за помощь, железный дровосек. Еще увидимся. Задание выполнено. Привет, напарник. Что там по старой скотобойне? Мне нужно было разобраться с другим делом. Теперь можем выдвигаться туда. Отлично. Как будешь готов, зайди за мной. Я буду в участке. Так, теперь надо понять, где было сохранение в игре. Угу. 5.57, а сейчас 5.57, да? Ну, мышь, конечно. Ну-ка, сейчас я... Вот так сделаю. И вот так сделаю. Посмотрим, что с мышкой будет. Если опять мышка будет медленная, тогда... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я так и знал, что это баг. И этот персонаж пропал в диалоге. Его не было видно. Это баг. Так. По-моему, такая скорость была, да? Вот такая. Ну, вот теперь более-менее. И то, по-моему, рисковато. Рисковато. Так, что там? Очков навыков нет. Мы качаем дедукцию, конечно же. Задания дополнительных нет. Доехать до старой скотобойни. Так, где там карта?
А вон машина. О, кот. Так, ну поехали. Да, поехали. Предположительно, здесь скрывается пепел. Но не знаю, так лишь ли он скрывается. Он же всему городу приглашение разослал. Даже обидно, что про нас забыл. Зато теперь мы можем сорвать его вечеринку без угрызений совести. Мерфи, я все думаю о том, что с тобой случилось на телестанции. Может, не стоит? Нет причин для паники. Чип Беккера следит за моими электросхемами. Ты больше, чем просто схемы, Мерфи. Под всем этим металлом ты такой же, как раньше. Алекса Мерфи больше нет. Он погиб. И несмотря на это, ты продолжаешь делать свою работу. Даже мертвым ты сделал для этого города больше, чем кто угодно из живых. Это должно что-то значить. Ну ладно, молчу. Просто пусть эта мелочь напоминает тебе о моих словах. Открой, когда Беккер снова начнет тебя донимать. И не забывай, что у тебя есть напарница, которая на тебя рассчитывает. Концерт на старых скотобойне — подходящее место для этих животных. Выглядит так, будто это место давно заброшено. Может, у твоего друга Торчка места в голове смешались? У него вообще много чего смешивается. Скоро узнаем. Музыки я не слышу. У него что, приватное шоу? Необходим ордер. Нам туда нельзя. Для этого нужен ордер. Поверить не могу, что тебя до сих пор сдерживают эти глупые директивы. Вперед, напарник. Ну и вонь. Похоже, кого-то не приучили к горшку. Если Пепел такой серьезный музыкант, то где его толпа фанатов? Не знаю, как у него с пением, но у нас он еще попляшет. Погоди, я что-то слышу. Может, твой информатор все же не ошибся? Как там его, кабачок? Огурчик. Да, я определенно слышу какую-то возню с той стороны. Посмотрим, что тут у нас. Черт, копы наш цех спалили! Да вашу мать, отвалите от нас уже! Закон не дремлет. Yeah.
Диспетчер Телли-Луис, мы с Мерфи обнаружили на старой скотобойне лабораторию. Много целей нейтрализовано, но поблизости есть еще активные угрозы, в том числе лидер банды. Запрашиваю подкрепление. Давай поспешим, возможно, они уже знают, что мы здесь. Я удивлюсь, если они понимают, где сами находятся. Еще одна закрытая дверь. У нас тут потенциальное уголовное дело, так что можно и без ордера обойтись. Вперед, напарник! Потенциальное уголовное дело подтверждено. Ай-яй-яй! Тот наверху, где убежал? Ё-моё! Это что? Не вижу. Инженерия, да, нужна? Ой. В здании все чисто, выходим. Я здесь, ты идешь? Здесь слишком тихо, Мерфи, не нравится мне это. Поэтому так хорошо работа с общительной напарницей. Очень смешно. Ой, там что-то... Сейчас что-то отсюда вылетит, да? Я тебя с землей сравняю! Оу! Его к стене прижало! Отличный будет трофей!
Мерфи, ты там в порядке? Сзади. Поднимайся, здоровяк. Они нас окружают. Прикончим его. Ой, 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 ой. А, там... Там турель. То, что там турель, это плохо. Надо разделиться. Займись этим этажом, а я проверю все остальное. Льюис, стой! Не волнуйся, напарник, я на связи. Так, прокачка. Дедукции. Обнаружен тайник банды. Наверх. Давайте сходим. А, ордер нужен. Тут Луис прошла. А Робокоп там пройти не может. Я слышу музыку, мы приближаемся. Вижу их на сцене. Подберись поближе.
Эта музыка меня с ума сводит. Так, подожди. Подожди. Вот эту штучечку включим. Быть не может. Вы только посмотрите, к нам присоединился ходячий дискошар. Сейчас начнется настоящее шоу. Всем настоящим горящим головам стреляйте в эту долбанную жестянку, пока она к херам не загремит. А я воспользуюсь возможностью немного промочить свои золотые голосовые связки, но вы не расходитесь. Я их не вижу. Так, второстепенные задания, да? А, мы отсюда пришли. Он меня преследует, сталкер какой-то, честное слово. Не дайте ему до меня добраться, я ж звезда, мать вашу!
Нет, я же все идеально спланировал. Есть разговор. Держись от меня подальше. Ни хера ты мне не сделаешь. Я работаю с новеньким. Похоже, ты о нем много знаешь. Ты из меня ничего не вытащишь. Знаешь, сколько копов я положил? Я тебя не боюсь. И во мне столько нюка, что я как гребаный ядерный реактор. Тогда готовься к полураспаду. А у тебя железная хватка. Добросить пепла. Инженерия нужна. Хочешь меня напугать? Не царапины. Ты знаешь, когда у меня день рождения? А подарка я от тебя не получал, обидно. Так, как же его допросить? Уровень стресса. Нет, это кучу денег стоит. Нет, это была единственная неворованная вещь в моей коллекции, ублюдок. Ненавижу. А вот еще одна гитара. Не видать мне покоя, пока не сдохнет последний коп в Детройте. Да чтоб тебя, ублюдок, кто так обращается со знаменитостями? Уровень стресса высокий. Говори! Не говорит. Развлекайся, это вообще не мое. Да хватит, хватит, я согласен говорить. Льюис, пепел со мной. Он готов дать показания о новеньком. А лично от меня ты не хочешь получить показания? Где офицер Льюис? Она снаружи, вместе со мной. Мы мило беседуем, как офицер с гражданином. Почему бы тебе не провести мою восходящую звезду сцены сюда? Обменяемся напарниками. Эй, а теперь-то ты какого черта творишь? Новенький здесь, ты идешь со мной. Тогда шевели железками. А ты вообще можешь бояться? Потому что сейчас ты должен в штаны срать. Ты даже не представляешь, во что вляпался. Это моя работа — очищать город, чтобы никто ни во что не вляпывался. У меня левая нога затекла. Так, что случилось? Глючит робокоп, робокоп глючит.
И чего мы встали? У тебя что, батарейки сели? Похоже, что Робокоп сломался немножко. Мы с твоей напарницей начинаем терять терпение. Советую поспешить. Ой. Что показывается? Чего, скотина, крюка испугался? Льюис, я в порядке, Мерфи. Бросай оружие, ты арестован. Мне кажется, ты неверно понял ситуацию. Спасибо, что подкинул, крепыш. Это и есть новенький в городе. Добро пожаловать в Детройт. Прикольная зажигалка. Мерфи? Что-то не так, коп? Тогда вернемся к нашим делам. Ты долбанный кретин, из-за твоей тупой выходки я теперь в центре внимания. Хочешь поговорить о делах? Вот тебе урок. Никогда, никогда не шути с деньгами. Нет, я так не думаю. Мерфи, что происходит? Теперь, когда с этим мы разобрались, позволь представиться. Меня зовут Уэндел Антоновский. Полагаю, ты уже встречался с моим братом. Брат с тобой сыграл ту еще шутку, да? Но благодаря ему у тебя появилась эта прекрасная возможность. Какого черта происходит? Что ты с ним... Некоторые пожертвовали бы всем, чтобы оказаться на твоем месте, обладать твоей мощью. Но ты держишься за свою главную слабость, за свою человеческую сторону. Подумай, какой безупречной была бы твоя жизнь без всех этих ограничений. Мерфи, не дай ему залезть тебе в голову. Без нее, например. Никаких привязанностей, никаких рычагов. Признаюсь, когда я узнал, что мой брат-идиот погиб из-за тебя, я был в бешенстве. Но потом я подумал, зачем дарить кому-то такую власть над собой? И я отпустил эти чувства. А теперь хочу помочь тебе сделать то же самое. Так что это не месть, это подарок. Гори в аду, мразь. Льюис! Очередной тупой сбой, долбанный цирк. Все готово. Включите его, наконец. Льюис! Тише, Роб, успокойся, ты нас без оборудования оставишь. Уэндел Антоновский сбежал, Льюис в больнице. А ты что делал? Стоял и смотрел? Я должен пойти к Льюис. Сейчас она в операционной, так что не выйдет. Вместо этого отправишься на психиатрическую экспертизу. Отпустите. Старику не понравилось, что я позволил тебе пропустить первый сеанс. Он настаивал, чтобы я обеспечил твое присутствие на этом. Особенно учитывая, что проблема с твоими сбоями не решилась. Доктор, приступайте.
Что, прямо сейчас он не в состоянии для экспертизы? Боюсь, я вынужден настаивать. Это непрофессионально. Я должен остановить Уэндала. Ты, кажется, не понял, блестяшка. Выбора у тебя нет. Ты либо подчиняешься, либо мы тебя разбираем. И один из этих вариантов мне нравится намного больше другого. Хорошо. Доктор, чтобы все это было хоть как-то похоже на сеанс, все, кроме моего клиента, должны уйти, и это не обсуждается. И неужели нельзя его освободить? Это для вашей же безопасности. Что, если он выйдет из-под контроля? Вот именно. Если что-то пойдет не так, просто нажмите на кнопку сброса, он сразу отрубится. Ладно, дадим хорошему доктору поработать. Робо, зайди ко мне, как закончите. Мне жаль, что все это происходит в таких обстоятельствах. Прежде чем мы продолжим, скажите, вы хотя бы удобно сидите? Мне надо найти Уэндала Антоновски. Мою напарницу подстрелили, и я должен найти виновника. Верно, но я думаю, вы согласитесь, что для этого дела вам нужно быть на пике формы. Я понимаю, что обстановка оставляет желать лучшего, и вам сейчас совершенно не хочется здесь находиться. Не мне одному. Ваш пульс выше 120 ударов в минуту. У нас есть прибор у вас есть прибор измерения сердечного ритма, полагаю, в вашей профессии это очень полезно. Так и есть. Я согласна, вся эта ситуация развивается слишком быстро, но когда дело касается помощи другим, мы оба профессионалы. Поэтому давайте начнем сначала. Меня зовут доктор Оливия Бланш. Конечно, я слышала, что здесь все обращаются к вам по-разному, но я хотел бы узнать, какое имя вы предпочитаете. Если все-таки Мёрфи хочет сохранить свою человечность, наверное, имеет значение, как он себя называет. Поэтому мы выберем его оригинальное имя. Алекс Мёрфи. Меня зовут Алекс Мёрфи. Тогда я буду называть тебя Алексом Мёрфи. Я давно работаю с полицейским, которые пережили травму. Но я думаю, мы оба согласимся, что вы не обычный офицер полиции, как вы сами описали бы свою ситуацию. Первый вариант — это человек на 100%, второй вариант — это машина на 100%, а третий вариант — это 50 на 50. Но раз уж мы выбрали вариант Алекс Мёрфи, то есть максимальный человек, то тогда надо выбирать воскрешенный полицейский. Я полицейский, погибший при исполнении служебного долга. Мне дали второй шанс и вернули меня к жизни в этой металлической оболочке. Клиническая смерть и пробуждение в непривычном теле — это и для меня новый опыт. Я имею в виду в работе с пациентом. Но об этом я уже знаю из отчетов. Мне куда интереснее было бы узнать, как вы сами себя воспринимаете. Как я себя воспринимаю? Именно, понимаете, я считаю, что прозрачность очень важна в работе с пациентами. Чтобы помочь друг другу, мы должны видеть полную картину. Напугать, заверить, успокоить. Вот какой я. Вот как я себя вижу. Спасибо, что сделали этот шаг. Увидев, какой я на самом деле, вы не хотите нажать на кнопку сброса, у вас еще высокий пульс. Нет, вовсе нет. Если честно, меня беспокоит мой секрет, а не ваш. Здесь ведь не только у вас есть протезы. Полагаю, вам интересно, что случилось с моей рукой.
Не так давно я стала жертвой преступления. В мой дом ворвался грабитель. Соседи услышали шум и вызвали полицию. Вызов принял ИД-209, который по ошибке принял меня за угрозу. Через секунду от моей руки ничего не осталось. С тех пор я, скажем так, осмотрительно отношусь к машинам. Ну и поэтому она боится. Она его боится подсознательно, поэтому 120 ударов в минуту. Смотрите, тут разница. Вы меня боитесь, то есть конкретно его как личность, да? Или вы нас боитесь, означает нас машин. То есть второй вариант, он в том случае выбирается, если Робокоп считает себя все-таки больше машиной. А тут тоже как-то 50 на 50. Ну, в общем, мы выбираем первый вариант. Вы меня боитесь? Я боюсь непредсказуемости роботов. Поэтому, когда я узнала, что могу внести свой вклад в исследование стабильности машин OCP, я тоже согласилась. Надеюсь, вы не сочтете это непрофессионально. Ну вот, с вами я поделилась, и мне полегчало. Какой у меня пульс сейчас? 90, наверное. Менее 120 ударов в минуту. Видите, я не просто забрасываю пациентов советами. Я сама делаю то, что предлагаю им, потому что эти приемы работают. По-моему, этот сеанс для нас отличное начало. Спасибо, Алекс Мерфи. Так. Два очков навыка. Два очка навыка неплохо. Все, включился. Взять материнскую плату Auto 9. Обязательная оценка. Новое задание. Так, ну что, прокачиваем мы. О, мы почти полностью прокачали дедукцию. Отлично. И после полной прокачки Робокоп будет получать на 30% больше очков опыта. А потом уже по ситуации можно прокачивать что-то другое. Но на этом пока что все, дорогие друзья. Мы закончили. Робо, я хочу тебе кое-что показать. На этом все пока что, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы. Это YouTube, Дзен и Бусти. Ссылочки в описании. А если хотите задонатить, это можно сделать по ссылке в описании. Всем хорошего настроения и всем пока.